Ну, мы, конечно, очень впечатлены. У нас вообще рабочий день. Все здесь, это очень здорово. Начинаем открытие штаба незамедлительно и не откладывая. Итак, мы опоздали сначала по пробкам, потом еще на посту нас немножечко придержали. Но добрались и очень рады вас всех сегодня здесь видеть. Мы открываем 20-й штаб компании Алексея Навального. Юбилейный. Ура! Если не думать о том, что еще 57 осталось, то вообще хорошо. 20-й штаб, город Владимир, первый наш штаб в Центральном округе, между прочим. Первый штаб вот в этом турне по центру России. И первый из тех штабов, которые для нас самые важные. Объясню почему. Вы знаете, нам надо собрать 300 тысяч подписей, не более чем по 7500 из региона. Не более чем по 7500 ключевая история. В городах-миллионниках, там в Москве и Петербурге нет проблемы, соберем, но городов-миллионников всего 15 человек.